Доброе утро! Сегодня опять днем в 5:30. Я уже поставила монтироваться видео. Мы позавтракали кашей и очень вкусным вареньем из жимолости. И сейчас иду на улицу, а тут дождик. Так здорово! О, прям свежо! Хотя сейчас я и по Яндексу смотрю, Старомышастовская дождя нет, и в ближайшие 2 часа не будет. Но у меня такое ощущение, что как раз-таки он в ближайшие 2 часа и будет. Не помню, я показывала или нет, что вот эти вот цветы я посадила под навесом. Но они такие, как и комнатные. Вот они тут уже завяли. И... новые есть бутончики. Но зелень у них тоже красивая. Сейчас я это все соберу, выброшу. Зелень у них тоже красивая, поэтому будут пока здесь расти. Сижу я там с Рексом. Рекс! Наверное, я сижу я там что-то с запчастями. Рекс меня не слышит. Рекс! Рекс! Нет. Доброе утро, мальчишки! Доброе утро, нам на дверь подарят. Ему мальчика обезьянку. Она уже я не родилась. Душа, что ты придумал? Да у нас вот же 2 обезьянки кушают конфеты и пьют чай, нет? Я, кстати, в детстве тоже хотела обезьянку. После фильма, как эти полосатые плывут в купальниках. Полосатый рейс, вот. Но тебе не купили. Хорошо, что мне не купили. А что? Что, боялась? Ну, как-то я же не знаю, как с ними обращаться. А я знаю. Да? И я знаю. Просто за ними надо ухаживать еще. Да? И горит специально, где наливать воды. Это одно. Второе. Второе. Это давать. Тут можно бананы, апельсины. А мне надо, я думаю. Ну, бананы больше всего надо. Точно. Да, мам! Покупай бананы. А да. Съесть, уже съели. За один день? Да. Мам, ты что, обидишься, бананы покупать? Да ты что говоришь? А Монька, да у тебя ну, через 9 дней. Да, через 9 дней день рождения. Ну, это 2 и 2. Это 4. Нет, это будет 8 и 1. Угу. Это сколько? 2. Это 5 и 4. 4 плюс 4 будет 8, и плюс 1 будет 9. И сегодня я везу детей. Не, Зай, был дождик, они сейчас все такие мокрые. Сейчас только ты намочишься, и я намочусь. Да, потом мы розочек нарвем, чуть-чуть просохнет, да, там розы так красиво. И тебе потом на последний звонок же понесешь. И тебе эти. У тебя что не будет, у тебя будет. Ой, куст роз вообще обалденный. Просто красавчик. Мы сейчас Антоху-то отвезли, с Афонией приехали, хотели купить, нам-то нужны перчатки в садик хозяйственные, а магнит еще закрыт, он оказывается с 8:30, я что-то никогда об этом не задумывалась. Сейчас смотрю, вот, поедем теперь в Пятерочку. Так, накупили с Афонией всего в садик. Это S, это M, но L-ки нет вообще. А еще мы увидели, что в Пятерочке возле садика рисовая мука появилась. Нет, это не для тебя, это для Борисовны. Ну да, это
Я готовлю обед. Сначала была, знаете, в свитере, но на улице стало так душно. Я сейчас переоделась. Нашу и лапшу. Но она а, стерку? Что идет... там стерка? Гриша идет готовить учебники. Самая скучная, самая тяжелая работа, когда нести их. Да, все учебники. Точно. Нет, но я могу некоторые сегодня, например. Вот я, например, в первом классе на собрание шла, отнесла все первые части Антошины. То есть ему уже будет не тяжело их сдавать вот в среду. Так или во вторник. Сразу тогда и все сдать. Я понимаю, что уже последние два дня, но надо как-то иметь совесть. И все, да? Так, давай, иди, готовь учебники. Все экзамены, кстати, уже закончились. Угу. Ну, твои, да. Ну, у тебя, в смысле, все работы эти ты написал. Теперь расслабон небольшой. Угу. На 3 месяца, да? Я готовлю обед, лапшу, домашняя курица варится. Хочу сделать сегодня лапшу и холодная. Ну, холодная будет не такой, как у Башки Любы. Вот, но... Что-то наподобие. Значит, картошка, лук на лапшу, морковку не кладу. Периодически здесь переворачиваю эту домашнюю курочку. И буду сейчас еще процеживать бульон. Так. Давай. Так, это уже 3-й или 4-й раз я ее тут кручу. Буду процеживать бульон и готовить лапшу, а саму курочку разберу мясо и сделаю такой, как наподобие салата. Сметана, майонез, яйца, зеленый лук нужно купить, укроп и куриное мясо. Все так перемешивать, яйца крупно. Вот сейчас буду варить яйца. Такую вот лапшу сейчас буду уже добавлять и пойду за зеленью. Иду на огород за петрушкой. Здесь родители, мне кажется, что это огурцы. Ну, в смысле, я вот когда они маленькие, путаю огурцы и кабачки. Но мне кажется, что это огурцы. А вот тут вот дальше помидоры. Сейчас вот уже помидорки тоже цветут. Поэтому, наверное, скоро будут и помидорчики. Так, укроп еще совсем маленький, поэтому укроп я купила. А петрушку уже можно рвать здесь, потому что все уже выросло. Ну, первый урожай, она всегда вот такая вот с очень крупными листьями. Вот они. Потом уже все, они становятся мельче, когда первую вырываешь. Но первая всегда с крупными. Вот, и не всем это нравится, но это вот такая вот природа. Так же, как чем она больше, то есть, когда она идет уже в стрелку на следующий год, вот, да, то у нее листья совсем узкие получаются. Так, все, сейчас себе немножко. Все. Я все-таки зря переоделась. Сейчас мы с Гришкой так испугались. 12 часов такой гром. Прям очень громко. Стало темно, как будто вечер, хотя только 12 часов. Ветер, тучи, гром. В общем, не знаем, чего нам ждать. У нас на последний звонок. Гляньте, какие будут розочки. Очень красивые, и знаете, на них нет ничего, ни тли, как бывает, вот все листья побиты, нет, они очень красивые, нежные, вот все сочетание, вот здесь белое с розовым, вот здесь вот белое с голубым, это мое просто самое любимое. Все ждем, свет выключили, потому что дождь начался. Полило. Сейчас повезу Гришку в школу. Как хорошо, что у нас есть генератор, иначе бы, не знаю, как бы мы гладили вещи, когда свет выключили. Дождь такое ощущение, знаете, что нас проминуло. Что-то было такое, заходило, но прошло мимо. Поэтому такой дождик был, конечно, но сильный, но недолго.
Я пекла пряники все это время. Была занята. Вечером буду их расписывать. Я пока даже Гришу не могла забрать, и папа не мог забрать. О, боже, сынок! Покажу. Как хорошо, сынок, что ты ходишь это. А чё? Да вот натёрся. Натёрся? А ты ж в этих туфлях же давно не ходил уже, да? Зайчик, а как тебе сегодня на футбол тогда? Ну, карате-то ладно, вы там босиком. Дома пока, да? О, блин, так это чё-то. Да понятно. Я сына. Даже потом снял эту пятку, просто вот так вот шёл, как вот так там. Угу. И ты от Григория. Маки. И вот такие вот. Сейчас надо брать воздушку и идти знать. Я приехала любоваться на розы. У Ани. Вот какая. Красивущая. А вот еще желтая. Мой любимый цвет. Мы же с Антошей дома были сейчас в гостях. Да и может воду не надо так сильно? Что вы делаете? Мама, шарики? Мы ванну моем. А, да? Смотри, какая чистая. Обалдеть. Она вся была в грязи. Да? Она была в волосах, вот это вот все. Вы смотрите, как валила. Эхо-эхо. Красота, сына. Я еще буду рассказывать в школе или на празднике про моего прапрадедушку. Нет, просто про дедушку. Ну, знаешь что, какая разница. А как его звали? Правда, Николай Николаевич. Это его звали. Только двое держат. Держи! Дымки здесь! I used to believe.